Еще одна причина, чтобы наконец-то разобраться с евробляхерами, это бюджет. Динамика его выполнения пока не радует. Например, за первые два месяца года уже есть дефицит. Более 1,5 миллиарда гривен. Такие данные Нацбанка распространили СМИ на этой неделе. А вот по информации Виктора Пинзеника, народного депутата и одного из самых опытных финансистов страны, бюджетный недобор по результатам первых трех месяцев года составляет аж 20 миллиардов гривен. Это еще не трагедия, но уже показательное отставание от утвержденной законом динамики доходов. И вот для компенсации такого отставания наверняка все средства будут хороши, в том числе и сборы от владельцев евроблях, которых, возможно, все же заставят заплатить, чтобы легализовать автомобили в Украине.